Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Majestic RP 7 сервачок. И сегодня в видео мы поговорим о фамках, а именно о семьях. Ровно 7 месяцев назад я выпустил ролик по фамке, как мы создавали фамку. Но это была старая фамка, сейчас вышло глобальное обновление, все изменилось, буквально все изменилось. Поэтому перед началом ролика, как всегда, я всем желаю приятного аппетита, я всем желаю приятного просмотра. Но перед началом, если вы хотите также играть со мной на Majestic, то переходите по ссылочке в описании. При регистрации пишите мой промокод HAMMON или же в самой игре /промо HAMMON, который даст вам платину VIP и виртуальную валюту, которая поможет вам на старте. Ну а я как всегда всем желаю приятного просмотра, я всем желаю приятного аппетита, ну а мы погнали к видео. Итак, давайте начнем с того, как вообще создать фамку. То есть вы также должны подъехать к мэрии, как я уже и говорил в прошлом ролике. Подходите к NPC, нажимаете создать организацию, у вас вылазит окошко либо за дом ее присвоить, либо за офис. То есть раньше можно было только с домом создать организацию, сейчас можно и без дома, но с офисом. Опять же, если у вас нет дома и есть свободные офисы, вы сможете создать. Если нет свободных офисов, вам нужен дом минимум 4 гаражных места, как это было и раньше. Подходите к NPC, создаете, пишите там клан тег, название организации, загружаете аватарку. Там все просто, в принципе, можно по логике все сделать. На этом я не буду заострять внимание, мы переходим к следующему этапу. Открываем планшет, заходим в семью. Давайте начнем по порядку. Первое, это информация. То есть здесь ваша информация, что где она находится. Уровень, репутация, уровень именно очков. Баланс, слоты участников, гаражные места, все понятно. Здесь то, что у вас находится в имуществе, это дома, склады, аренда мастерской байкеров и так далее. Можно удалить семью, если хотите. Думаю, здесь все понятно. Хотите оплатить дом, нажимаете. Может оплачивать любой участник семьи вашей. Заходим в коллеги, тут все понятно. То есть все ваши коллеги, допустим, на примере вот Андрей. Могу дать понизить, выдать варн, снять варн, уволить, выдать премию и так далее. Заходим дальше. Настройки. Здесь опять же добавление новых рангов. У меня вот такие ранги получаются. Это тех, кто создавал со мной семью. Потом получается заместители, твинки наши и так далее. И вот такие вот ранги. В предметах вы можете настраивать, получается, какого ранга, какой предмет люди могут брать. В принципе, как во фракции, думаю, кто играет на Majestic, понимает, как это делается. Транспорт. Здесь все наши машины. Спринтера для фарма. Бэхи кататься. Гелики. Б-классы. Много-много хураканы, допустим. Там болиды. Бэхи. Ренжи. Короче, все есть. Хаммеры. Вот 3 штуки у нас хаммеров, если я не ошибаюсь. Да, вот 3 хаммера у нас. То есть кататься можно все, что угодно. Поэтому, кстати, почему у нас 9 ранга супер бибин хаммер? Поставлю со второго. Машины, в принципе, я поставил всем со второго ранга, чтобы все брали и катались. Пойдем дальше, получается. Недвижимость. Тут, опять же, как я говорил, все, что находится у нас в имуществе. У меня это офис на 20 гаражных мест. Мой дом. Склад на 8 тонн. И мастерская байкеров. Здесь, в принципе, все понятно. Переходим дальше. Это склад. Ну, здесь больше для вас, то есть заходите в складской учет и смотрите, что у вас, что есть. Допустим, у меня апельсинов 4 штук валяется, бревен валяется, шампиньонов, руда и так далее. Здесь все у нас по оружию. Здесь же также можете логи чекать, кто что взял. Допустим, тут Андрей положил улучшенный металлоскатель, потом забрал его. И, в принципе, и так далее. Идем дальше. Управление балансом. Здесь вы можете, допустим, снять, отдать, премии выдать и так далее. Тут все пишется, то, что пользовался. Премирование. Это массовое премирование, допустим, вот, да. Пацаны выдавали премию кому за контракты. Опять же, контракт у нас оплачивается. Можно массовую выплату делать, но это неинтересно. Идем дальше. Черный список, думаю, понятно. Улучшение. Перейдем позже. Контракты. Вот они, наши контракты, получается. Есть у нас шампионы, сосна, апельсины, дары моря, третьи уже у нас, другие, товары с поезда, ателье и тюнинг, личный контракт.
Теперь можно перейти, в принципе, и к контрактам. А именно, дерево улучшения заходим. Есть две позиции, как я говорил раньше. Это криминальная ветка и государственная ветка. И есть нейтральная ветка. То есть, мы пошли по госструктуре. У нас только получается госветки. Как видим, у нас Дары моря прокачаны на третью из 8. Товары вторые из четвертых. Чтобы дальше сделать, опять же, нам нужно 12 тысяч XP. Но ее нет XP, это именно репутация. У нас всего лишь 6 тысяч. То есть нам начинается 6 тысяч собирать, чтобы мы могли прокачать уже на следующую. Также ателье прокачивается. Допустим, здесь она на 7 уровень организации, а у нас только 6. Все остальное хватает. И здесь же тюнинг также нужен 7 уровень, у нас только 6. В принципе, мы пока ждем все наш уровень. Можем прокачать металлургию. Можем прокачать дары моря. Но ее не вижу смысла, потому что не у всех есть 4 уровень рыбалки. Также переходим, получается, к нейтральной ветке. Тут у нас, в принципе, как видим, и шампиньоны есть, есть сосна и апельсины. То есть это все можно качать. Также пшеницу, потом идешь на картофель, потом дальше. И, допустим, вот банан, да, последний уровень. То есть вы можете получить 360 тысяч за какой-то... за 370 бананов. Если посчитать на калькуляторе, это можно в уме посчитать, то где-то по 800 баксов банан стоит, то есть окупаемость в 100 тысяч примерно. Плюс вам еще падает налог какой-то на фармку, то есть выгодно тоже качать. Также и грибы, также и эти. Но это опять же, если у вас прокачан навык именно этой работы. Есть криминальная ветка, сюда я уже не лезу, потому что здесь свои замуты. Также нам доступны копты. То есть вот контроль территории я прокачал. Но, если есть одно но, то что если ты находишься во фракции, ты не можешь играть копты. Если ты не находишься во фракции, то ты можешь играть копты. То есть, допустим, заходим в контроль территорий и смотрим нашу, получается, всю контроль. Вот, видите, у нас это все надо завоевывать. То есть, что вам еще можно показать, это, получается, контракты. Что у нас по контрактам? Смотрите, допустим, ателье нам дает 135 тысяч. Надо принести 85 форм, нашить. То есть, и за это 5 человек должны сдать. И за это мы выплачиваем определенную сумму. Также товары поезда. Нам надо перевезти 140 мешков, и за это нам дают 146 тысяч. Металлургия здесь по-разному. Нам упала золотая руда, бывает и другие падают. Но очень часто падает золотая руда. Поэтому здесь мы опять же уходим в минус маленький, когда падает золотая руда. Все остальные примерно плюс-минус такие же. И также видите, помаленечко падает репутация и опыт. Опыт для уровня семьи, репутация, чтобы именно прокачивать контракты. Дары моря, опять же, сдать 94 получается тунца. В каждом уровне все вырастает. Дары моря, нам надо камбалу сдать. Здесь форель, то есть контракт соответствует уровню вашей рыбалки. У нас большинство на третьем уровне сидят, поэтому мы дальше и не качаем. То есть если вы активировали один контракт, то эти вы уже не можете активировать, потому что у вас другой контракт активирован. Ну и пользуясь моментом, приглашаю вас в свою фамку. Все ссылочки будут, как всегда, в описании. Что вас здесь ждет, это куча машин, как для покатушек, так и для фарма. Опять же, мы выплачиваем за контракты. Мы идем в госнаправление, то есть мы служим в госках. Когда мы идем в госку, нас платят, получается, и вы получаете хорошие ранги. Также общение, позитив, не знаю, много что можно здесь делать, в принципе. Ссылочки я оставляю в описании. Когда вы вступаете в наш Discord, оставляете заявку, а именно пункт какой там будет, откуда вы узнали о фамке, пишите то, что вы с Ютуба. Тогда вас точно примут. Если вы это напишите, бывает такое, то что некоторые заявки отклоняют. Потому что у нас есть ограничения по возрасту. Потом человек вас, а именно рекрутер, принимает, проводит небольшое собеседование, и на его усмотрение уже он принимает или не принимает. Но если вы пишете то, что вы с Ютуба, опять же, я дал добро принимать всех с Ютуба, неважно, сколько вам лет и так далее. Поэтому мы переходим к следующему этапу, а именно прокачки офиса.
Ну и последний момент, это получается сам офис. Мы нажимаем «Я хочу купить улучшение именно для офиса». И здесь уже получается у нас все функционал нашего офиса. Здесь у нас сейф, оружейный шкаф, гардероб и вертолетная площадка. Опять же, я это все не прокачивал, потому что мне это в принципе не нужно. Я госнаправление. Да, там нужен оружейный шкаф для крайма, но мне это не интересно. Здесь в принципе, все, что нужно, это получается именно гаражные места. Потому что без них 10 машин иметь или сколько там у вас дома, это неинтересно. Как видите, первый этаж 10, второй этаж 20 и третий этаж 30 гаражных мест. Здесь дается освещение, то, что я его купил, и знаки. Все это я не ставил, потому что это не имеет значения вообще. Ты забегаешь в гараж, берешь машину и выезжаешь. Тебе, в принципе, гараж нафиг не нужен. Ну, а на этом подходит мой ролик к концу. В принципе, объяснил вам функционал всей фамки, а именно госнаправления. На этом, думаю, ролик буду заканчивать. Ставим лайки и дизлайки. Подписываемся на канал. Ну, не забываем, то, что все ссылочки в описании на регистрацию, на мою фамку и так далее. А я со всеми прощаюсь.